Привет всем, кто меня сейчас смотрит. Итак, я приступаю ко второй части моего сюжета Сима X8SG на БК-моторах. Но прежде чем перейти к Симе, я хочу показать вам одну новинку для Фантома, для Бентойса X16, X21. Это вот такие вот винты складные, что позволяет очень удобно перевозить, переносить наши квадрокоптеры в рюкзачке, в дороге, быстро в поле их извлекать, разворачивать и запускать. Эти винты, они очень прочные, мобильные. И, что самое главное, они хорошо снимают вибрацию, которую создают моторы. Практически вибрация в воздухе не ощущается. И камера на подвесе уже после съемки в полете практически совершенно не требует компьютерной обработки видео, то есть электронной стабилизации, программной стабилизации. Поэтому съемка идет уже в идеальном состоянии. Кто интересуется, я ссылочку на эти винты оставлю. Брал я их на Алиэкспрессе. Они недорогие. И видите, очень удобно. Сложил винты, в рюкзак сунул. Потом извлек, я тут еще резиночки приспособил, чтобы они не болтались. В рюкзак сунул, вытащил, резинки снял, запустил. И no problem. Он, конечно, не добавит вам времени полета, это не для того, чтобы увеличить время полета. Но зато качество полета, качество съемки эти винты вам добавят. Но это как вступительная часть. Итак, переходим к нашей Симе. Вот она, Сима. Сима X8SG. Ну, Сима ли это или нет, это уже второй вопрос. Вот что получилось. Тут у меня вместо винтов флажочки такие для демонстрации, чтобы вам было удобно и наглядно смотреть, видно, как вращаются ли вообще эти моторы. Сейчас я вам продемонстрирую, до чего же я дошел, а потом последовательно расскажу, как все это происходило. Продемонстрирую наглядно теми кадрами, которые у меня сохранились, которые есть в результате этой работы. Работа была длительная, напряженная, требовала усилий умственных, ну, и физических, ну и дополнительных материальных, конечно. Поэтому давайте сначала приступим к демонстрации. Подключаем аккумулятор. Аккумулятор я подключаю трехбаночный, но можно и двухбаночный. Двухбаночный у меня внутри, я его использую для питания подвеса и питания ФПВ передатчика. Вот вы видите, подвес встал. Теперь я включаю аппаратуру управления. Вот у нас ОСД так работает. Сразу вам покажу, чтобы вот вы видите RCCI. Все работает, подключено. Спутники, качество, то есть погрешность. Сейчас погрешность 99% практически из-за того, что спутников не найдено. Вряд ли он пока найдет. Ну и все, что мне необходимо здесь было. Вольтаж, ампер, расход. Значит, то есть все, высота, дальность от точки взлета, скорость, ну, время, таймер, то бишь, все у меня здесь есть, все работает. Ну,
учитывая, что спутники не найдены, придется мне запускать путем научного втыка, да, то есть знаете, что на 10-й где-то раз можно запустить и без спутников, заармить. Вот подвес. Очень много вопросов с подвесом. Я показываю, что подвес регулируется. Подвес регулируется. Подвес регулируется. Видно, да? Будем его армить с пульта. Ну, порядка где-то 10, наверное, придется раз. Посмотрим. Вот. Видите, заармился где-то с 10 раза. Добавим газу. Вот, все работает. Подвес регулируется. Вот так что. Вот так вот у нас. Ну, теперь переходим к рассказу о том, как я до этого дошел. Мне приходили комментарии, в которых товарищи несведущие в этом вопросе, не интересовавшиеся раньше Симой на БК-моторах и не владевшие информацией, которая распространяется в Ютубе, задавали вопрос: а как же подключить к полетному контроллеру Сима X8 регуляторы оборотов? В Ютубе все подробно расписано в нескольких роликах, видеороликах, как подключать. Но вся беда в том, что эти все ролики, они фейковые. Одним подключением, заменой коллекторных моторов на бесколлекторные, установкой регуляторов, тем более самых дешевых Симонг или им подобных. Вот, например, у меня эти регуляторы Радитоски, и они в желтой идут, в желтой термоусадке. И по идее, вроде бы они должны быть такие же, как Симонг 30-амперные, но есть одно но. Вот этот микропроцессор, он не соответствует. Я сейчас вам покажу его крупнее. Вот микропроцессор. Я его положу. Он не соответствует ни одному мною известных процессоров, которые используются в регуляторах. То есть это не 8-битный, не 32-битный, который я знаю. У Atmega у нее 28 контактов пин. Если в такой вот компоновке должно быть 28. У Atmega 8 с 28 контактами, то есть 14 с одной стороны, 14. Там тоже все понятно. Здесь ничего не понятно. Единственное, что я здесь мог определить, это вот эти вот платформочки для прошивки, вот эти вот пятачки, где здесь ГНД. Где здесь плюс? И то плюс — это условно. Где MISSI, где MOSI, где Reset? Я так и не смог. Путем научного втыка я пробовал, подпаялся ко всем этим пятачкам. Пытался прошить с помощью Arduino и по сигнальному кабелю. И вот подпаялся к этим пятачкам. Ничего у меня не подошло. Хотя другие регулятор у меня там валяется один. Беспроблемно прошивался. Беспроблемно определялась MISSI, MOSI, земля. И в принципе там больше ничего не надо было. Я подключался. Если не прошивалось, менял местами контакты MISSI, MOSI. И все у меня шло. Здесь же
В этом варианте ничего не шло. И мне пришлось их, естественно, заменить. Но мало того, что заменить, даже с другими регуляторами так просто. Симовский контроллер не работал. И не заработал. Вот что необходимо было сделать на симовском контроллере. Вот он, контроллер Сима X8HG. Он с барометром. Вот он, барометр здесь. Вот здесь находится его транзисторы, которые, в принципе, и регулируют оборотами, руководят оборотами коллекторных моторов. Вы видите, здесь вместо транзисторов идут такие вилы из трех пеньков. 3-3-3-3. Выпаиваются транзисторы, впаиваются эти пеньки. На обратной стороне, это все можно увидеть у других авторов, как это все делается. Ставится здесь перемычечка между центральным и крайним пином. То есть запаиваются они. Крайние. Внутренний и средний. То есть перемычка ставится. Все, закорачивается. Больше ничего здесь не делается. И сюда подключаются регуляторы оборотов. Более подробно по этим подключениям, кто хочет, может найти это видео в YouTube. Но не все так просто. Все это оказалось самым настоящим фейком. Когда у меня не получилось запустить моторы, я начал разбираться и смотреть переписку авторов, которые выложили в YouTube свои ролики якобы с запустившимися моторами или летающими симами на БК-моторах. Я нашел информацию, что не все так просто. Во-первых, надо спаять на каждый мотор, на каждый регулятор еще конвертер. И не факт, что эти конвертеры получатся одинаковыми и будут выдавать совершенно одинаковые данные. И что моторы будут управляться синхронно и будут выдавать те обороты, которые необходимы. Команды будут выдаваться полетным контролем, они будут передаваться, трансформироваться регуляторами именно такие, как необходимо. Ну, то есть синхронности работы двигателей добиться практически невозможно. Очень в редких случаях. Люди в той же Англии, в Германии пошли другим путем. Они начали менять полетный контроллер. Я так подумал, что мне не нужна сима, которая будет просто летать и неуправляемая. То есть квадрокоптер. Зачем я буду тратить силы, время и средства на то, чтобы получить просто летающую игрушку на быках моторах. Мне нужен нормальный дрон, который я мог бы использовать. Точнее, не дрон, а квадрокоптер, потому что дрон — это все, что ездит, плавает, летает и ползает без управления человеком, а дистанционно все это дроны. В нашем случае мы делаем квадрокоптер. Так вот, зачем мне квадрокоптер? У меня уже сима пылилась, стояла. Я ей практически не пользовался, потому что она меня не удовлетворяла своими тактико-техническими возможностями. И я хотел сделать нормальный квадрокоптер, который будет летать по спутникам, то есть GPS-модулем, со стабилизацией, ну, то есть с возвратом домой,
всяком при необходимости, при потере сигнала FlySafe будет задействоваться. Ну, то есть мне нужен был такой. Я решил поменять этот полетник, то есть убрать его совсем. Я его убрал. Теперь я снимаю крышку с моего. Вот видите, здесь уже есть GPS-модуль. И что у меня там дальше? Вот вы видите, здесь у меня экран. Экран с алюминиевой фольгой, который защищает GPS-модуль от электромагнитных наводок, электромагнитных полей, которые здесь у меня. Вот что. Вот вы видите, у меня здесь полетный контроллер MATEC F405SI. Ну и латинская, как Е, русская. Я его решил использовать. Он, видите, небольшой. Вот если плата Симы X8, да, вот она большая. Он где-то занимает, если так взять, половину ее размера. Ну, только в центре помещается. Вот я взял этот полетный контроллер. Он мне подходил. Но я столкнулся с тем, что полетный контроллер с этими дешевыми регуляторами, которые шли у меня в комплекте с этими дешевыми моторами, с этими Ready Toski. Вот. Я так перевожу их. Красная тоска. Ну, тоска, потому что они никак не прошиваются. Здесь залита самолетная прошивка, стандартная, и которая никаким образом тут не меняется. Китаец молчал, что там за процессор. Вот. Говорит, он такой процессор пришел без маркировки с фабрики, от производителя. Ну, смотрите, вот пришлось мне поменять. Вот видите, вот этот регулятор Regu на вот такой вот. Вот такой вот. Вот видите, разница есть. Это новый Little B Bihele прошивка. Bihele S прошивка. 20-амперный регулятор. С этими регуляторами я так и не смог запустить, заармить с пульта через полетный контроллер эти моторы. Хотя в программе INAV все у меня запускалось. С компьютера я мог запустить. Пришлось заменить регуляторы. Я их ждал, дождался и перепаял. Как только я перепаял, у меня все заработало. Все заработало, кроме подвеса. Так что же, в чем же проблема? Как подключать? Я подвес пробовал и к приемнику. Я сейчас отключу его. Приемник у меня находится здесь. Вот видите, вот приемник. Под паян он в режиме ППМ. Ну, работает и в режиме ПВМ, и ППМ. Вот. И подпаян он у меня. Ну, я лучше вам покажу, конечно, на картинке. Но скажу, что подпаивается он RX2. Вот здесь к земле и к плюсу. Не к S-басу, а к RX2, земля и плюс. Вот. Увидите вы или нет. Белый провод сигнальный RX2, а красный плюс 5 и земля. Вот они. Я пытался подвес подключить напрямую к приемнику, вот здесь вот, к шестому каналу.
Но реакции никакой не было. Или работал подвес, не работали моторы, не запускались, не армились. Либо армились моторы, не работал подвес. Я ломал голову у авторов, которые показывали сборку на этом полетном контроле, на основе этого полетного контроллера. Сборку и дронов-долголетов, и скоростногоночных. Я ничего по поводу подключения подвеса не нашел, а на вопросы, как подключить подвес, они говорили, что не разобрались, писали, не в курсе, или им это не надо. Ну, а ждать, пока они разберутся, у меня времени не было, и я начал разбираться сам. В конце концов, разобрался. Разобрался сначала путем проб и ошибок, конечно. Значит, вот у меня подвес. Давайте посмотрим внимательно, где у нас. Вот у нас сигнальные провода, сигнальные платформочки идут. S5, S6, S7, S8, S9. Это выходы ППМ каналов. И вот я сначала решил, зарезервировал шестой канал на вкладке iNava Modus. Modus я зарезервировал шестой канал сначала именно для того, чтобы подключить подвес. Вот эта вкладочка Modus. Здесь полетные режимы вы выставляете. Но у меня ничего не получалось, никак не запускалось. Тогда я зашел во вкладочку микшер. Здесь вы видите, есть сервомикшер, то есть для дополнительных устройств, настройка подключения, настройка дополнительных устройств. Сначала я пытался именно вот на шестом канале подключить здесь подвес как сервоустройство. Вот тут вы можете наблюдать, что стабилизаторы на разных каналах, ROLL, PITCH, YAV. То есть я когда открыл это, я понял, что здесь что-то можно сюда подключить. Вот. Но считал, как что у меня шестой канал. Значит, когда я начал здесь проводить манипуляции, что-то включать, вот здесь я увидел, что не шестой у меня загорается, то есть появляется информация, а на седьмом. И я перепаял сигнальный провод, ну, после того, как я отключился от приемника, сигнальный провод я перепаял на седьмой, с шестого на седьмую платформочку, на седьмой пятачок. И после этого подвес у меня заработал. Итак, седьмой. Смотрим. Вот он. Седьмой. И вот земля. Вот так. Вывел сюда эти провода. И подключил на пины управления подвесом. А здесь прямое управление седьмым каналом. Вот здесь можно управление ROLL, управление PITCH, управление YAV. Есть стабилизатор, стабилизация, но все это не работает. Вот прямое, вот это называется как прямое управление седьмым каналом. Можно пятым, может шестым, может седьмым, восьмым. Нам интересен седьмой канал. Вот у нас прямое управление седьмым каналом. И тогда у нас подвес работает. Как он работает, вы в этом уже могли убедиться. Вот на этом я хотел заострить ваше внимание. Все остальное. Как что подключать, какие подключать модули, то есть GPS, спутник, как компас, как настраивать.
Как работает ОСД, вы видели, я вам показал. А этого вам никто не покажет. Поэтому я решил на этом акцентировать свое внимание и показать. Что бы я еще... я еще вам не рассказал, что же надо сделать на аппаратуре. Итак, включаем мою аппаратуру FlySky. Все рычаги, эти переключатели, в крайнее положение от себя, газ на себя, включаем аппаратуру, приемник у нас, приемник в дроне сразу подключился, погрешность. Это у нас показывает, в данном случае это у нас идет RCCI, показывает уровень связи с приемником. Вот. Это напряжение верхнее аккумуляторов батарей в самой аппаратуре, а это показывает напряжение, на который приходит на приемник с компьютера. С компьютера. По вот это по этому кабелю. Вот с USB выхода компьютера и на USB вход квадрокоптера. Итак, что же здесь надо нам будет выставить для того, чтобы у нас управлялся. У меня моя аппаратура перепрошита на прошивку от мая 2020 года. Она позволяет работать с 14 каналами. Я это сделал сразу, как ее купил. Для того, чтобы ее перепрошить, нужен кабель. Вот такой вот кабель надо. Я его даже не распечатывал, когда он пришел, потому что пока я ждал этот кабель, я сделал свой кабель. Где у меня? Вот, используя вот этот переходник, загрузчик, вот, который я использовал для перепрошивок Arduino. Вот. Arduino Pro Mini для управления подвесом в BenQTOS. Он мне и подошел для перепрошивки. Я вот сделал такой вот кабель. У меня был валялся кабель с таким разъемом. Вот разъемчик. Таким. И пока я ждал, когда придет с Алиэкспресса, я сделал такой кабель и успешно перепрошил свою аппаратуру. Итак, возвращаемся к аппаратуре. Что здесь надо выставить? Заходим в меню. Еще неудобно одной рукой. Переходим в вкладке «Система». В RX Setup здесь перекладку PPM Output устанавливаем iBus PPM. Видите, здесь можно SBus PVM, SBus PPM, iBus PVM, iBus PPM. Нас интересует iBus PPM. В режиме PPM управление по одному каналу создается 8 оперативных каналов, которые мы можем задействовать. Не 6. У нас аппаратура 6-канальная, приемник. Вот. Но в режиме PPM нам позволяют задействовать 8. То есть на 8 каналах мы можем задействовать 4, это по управлению моторами, и еще
4 для задействования органов управления и дополнительных элементов квадрокоптера. Выходим из этого режима, переходим в менюшечку настройки, вот эти вот функции. Здесь нас интересует AUX каналы. Открываем и выставляем настройки канала. Если при старой прошивке 15 года мы могли только выставить по двум каналам дополнительно, ну, то есть органы управления, это по пятому и шестому. Допустим, по пятому у нас трехдиапазонный переключать, а по шестому вертушку какой-нибудь или еще какой-нибудь переключатель, то в данной прошивке у нас более широкие возможности. Я на пятый канал выставил переключатель SVB плюс переключатель SVBC, вернее SVC. Вот. Где они? Вот я показываю. Это переключатель SVB, а это переключатель SVC. Он трехдиапазонный. Трехпозиционный, вернее. Три позиции. Вот у него есть. А у этого две. Почему? Я вам потом объясню. Вот. На пятый канал. На шестой канал я выставил СВА. Вот этот вот переключатель. На шестой канал. Для чего? Чтобы армить мотор. Арм-дизаймер. Арм-дизарм. Арм-дизарм. Для удобства. На седьмом я выставил вертушку VRA. Вот она. Вертушка VRA. На восьмом я не выставлял ничего. Я оставил ее для RCCI. Восьмой канал у меня, по восьмому каналу у меня идет RCCI. Теперь проверим это на iNavi. Итак, теперь проверяем в iNavi, что у нас. Начнем слева направо. Арм-дизарм. Есть. Переключатель СВБ. Вот он. Нам позволяет. Если мы подключаем сюда еще СВЦ, видите, у нас на этом пятом канале дополнительные возможности. Если мы включаем, опять же, СВЦ нам дает еще здесь возможность. То есть несколько режимов. Так мы переключились, потом раз, включили более широкий, перескочили, надо так. То есть любую можно комбинацию переключений сделать и выставить дополнительный. Смотрим шестой канал. Вот у нас управление, то есть седьмой канал, управление подвесом. Управление подвесом. Вот. Шестое. Что у нас было шестой? А, Arm Desert по шестому каналу. То есть мы включаем мотор, выключаем мотор. Дальше смотрим управление моторами, стики. Вот все стики у нас работают. Все нормально. Здесь у нас на вкладочке iBus. Можно iBus, SBus и также вот, пожалуйста, сколько приемников, с которыми можно работать. Здесь все выключено, а здесь включен RCCI канал, канал 8. И тогда все работает. Ну вот. Thank you.
что я еще хотел сказать. Этот квадрокоптер сделал у меня два полета. Оба были не совсем удачные по причине моей пока еще неопытности работы с данной аппаратурой и с данными конструкциями. Первый раз я его запустил, но сразу скажу, компас я откалибровал. Удалось, но пришлось мне калибровать, потому что здесь пищалка у меня стоит, вот, свисток. Нет трех контактов, у меня только здесь минус, а плюс я на сигнальный выход подключил. А надо, чтобы был сигнальный плюс и минус. Поэтому мне этот свисток не свистит. Я его отпаял, заказал на Алиэкспрессе свисток. Он придет и подключу. И поэтому свистков, когда спутники все находятся, когда калибровка заканчивается, сигналов не было. И мне было тяжело определить, откалибровал я магнитный компас или не откалибровал. Поэтому я взял с собой ноутбук на футбольное поле, зашел на центр футбольного поля, удлинительный кабель взял для этого кабеля и спокойно откалибровал компас. Запуск зарнулся он у меня первый раз после того, как обнаружил 12 спутников. Я сам, честно откровенно, не ожидал, осторожно его запускал, но без компаса, без GPS. Потому что я хотел оттренировать точку, удержание точки, удержание высоты. Народу было очень много, много было детей. Он у меня начал уходить назад и влево. Там было препятствие, я начал его выравнивать. А стик очень чувствительный к увеличению газа, в отличие от всех моих предыдущих остальных квадрокоптеров. Реакция была моментальная и очень резкой. Я не ожидал этого, не ожидал. И в какой-то момент, когда он у меня резко ушел по направлению к препятствию пошел, я вместо того, чтобы включить компас, у меня было под включение компаса и арм-дизарм был на одном переключателе, на трехпозиционнике. Значит, я выключил моторы, он у меня упал на асфальт. Бедный мой, мой подвес этот, который пережил уже столько ударов падений, был очередной раз изуродован ударом об асфальт. Его рычаги были согнуты, пришлось потом выравнивать. Вот. Ну, второй я взлет провел в отсутствии людей, но, к сожалению, в том месте, где я его поднимал, внизу под землей проходит большое количество связных кабелей магистральных от АТС и в другом направлении. Значит, естественно, там сильные электромагнитные помехи наводки. Опять же, я его поднял, вроде бы он взлетел, все нормально. Опять я его поднимал без поддержки GPS, только по барометру, акселерометру. При малейшем колебании стика он у меня или взлетал, или резко падал. Но один момент мне понравился, я опять по ошибке отключил моторы. А потом вспомнил, что заметил, что моторы отключены, резким, ну, сразу же заармил, и моторы у меня включились, тут же он у меня не успел упасть. Ну, посадка была, когда я стал сажать, очень тяжело было сажать, потому что резко сбавлял высоту, резко набирал высоту, пока вот у меня этот процесс еще не отрегулировал. Вот, и посадка была жесткой, довольно-таки жесткой. После этого погоды не было, туман, дожди,
Я не знаю, что будет зима, смогу ли я отрегулировать, оттримировать точку удержания без GPS, или придется запускать только с GPS. Ну, посмотрим. Время до весны есть, что-то я с ним сделаю. Пока вот такие у меня успехи в этом плане. Еще раз приношу извинения за сумбур в своем рассказе. Ну, начал я в сентябре, сейчас уже декабрь, 2 декабря. Поэтому, знаете, долго все это дело собиралось. Несколько пробовал записи сделать, но все у меня срывалось. Ну, я думаю, что вот это у меня предпоследнее по этой модели. На этом я заканчиваю. Спасибо. Если у кого-то есть какие-то замечания, предложения, пожалуйста, в комментариях. Если кто-то хочет более подробную информацию, что-то могу в почте, пишите мне на почту, и я буду отвечать вам на почту. Все, спасибо. До свидания.